Согласитесь, тупой и навязчивый пиар – это достаточно черное дело. Тем более, когда им занимаются пенсионеры и всякие местные телерадиокомпании, которые никогда этим делом не занимались. Мы сегодня займемся нашим привычным делом, тем же самым черным. Поговорим сегодня об автомобильной резине. Но, в отличие от наших добрых конкурентов, мы внесем некоторую цветовую гамму в это черное дело. И цветовая гамма отсюда, с Маржани 9, выражена в ярко-зеленых цветах шинного центра Tire Plus. Видимо, потепление конца октября вас окончательно расслабило. А произошло это, скорее всего, потому, что мы с Алексеем переобулись в зимнюю резину. И сейчас, как вы видите, в святая святых автоцентра Tire Plus всего две машины. Хотя здесь готовы принять до 10 штук, причем с раннего утра до позднего вечера. Если бы мы поставили перед собой задачу рассказать о всех прелестях сети «Автоград», нам наверняка не хватило скромных 24 минут нашей ограниченной автомобильной передачи. Ограниченный эфир, разумеется, простите, ничего там другого не подумайте. Но мы приехали сюда на Маржани 9, чтобы рассказать о самом вкуснятке. Вкуснятка ровно такая же, какая была год назад. Это гарантия на шины Мишлена. Вот она, между прочим, передо мной синей печати. Суть гарантии. Покупаем колесико или комплектик до 5 декабря и до 30 марта катаемся, не заморачиваясь в случае прокола там или еще чего-то. Шину либо отремонтируют, либо поменяют. Ну как вам? Итак, в шинном центре Tire Plus готовность к зиме номер один. Здесь огромный ассортимент всего, что нужно автомобилисту в холодное время года. Ну, конечно, вам выбирать между потом, лопатой и откапыванием автомобиля и комфортной ездой вот на таких вот шинах. Ну а тем, кто не понял, почему именно Мишлен или прослушал Алексея, вы обращайтесь, пожалуйста, к продавцам, вам все прекрасно объяснят. Ну и последнее наше китайское предупреждение. Три зеленых свистка в зенит, пора переобуваться. Ну, для успешной раскрутки бренда United Color of Benetton менеджеры этой фирмы выбрали разные цвета. Цвет шинного центра Vianor, что на советской 160А. Он оранжевый. Какая резина здесь продается? Ну, об этом чуть попозже. А мы еще немножко приколимся над особенностями магнитогорского бизнеса. Если помните, супермаркет «Автолидер» проектировался как именно супермаркет для авто. И из тех арендаторов, которые здесь остались, наверное, самый стабильный – это «Автоград». Что говорит о лидерстве. Снова нас порадовали наши северные соседи – финны. Выпустили на рынок пятое поколение шины «Хакапилита». Абсолютно высокотехнологичное. Кому, как не финнам, знать, что такое шипованная зимняя резина. Ну и небольшой совет от автостопа. Если не хотите заболеть вдруг на гололеде на большой скорости зимой медвежьей болезнью, то лучше вам установить хакапилиту пятую с медвежьим когтем. Как можно показать этот самый коготь? Только используя макросъем или поставив широкоугольную насадку. Но в результате ведущий получается несколько вытянутым, что увеличивает его и без того немаленькую форму. Это заметка оператора. А мы заметим, что делается здесь, в Вианоре. А все то же самое, что и в сети «Автоград». Хотите резину, хотите масло, хотите аккумулятор. Есть все в наличии. Но если говорить серьезно, медвежий коготь – это инновационная технология, придуманная фирмой Nokia. И шины этой фирмы, как и любой другой, которую вы купите в центре Вианор, вам смонтируют и отбалансируют бесплатно. Как, в принципе, в сети «Автоград». Ну и завершаем мы сегодняшнюю трилогию по сети «Автоград» здесь, на «Правде 59». Завершаем триколором от Pole Position. Здесь гармонично сочетаются голубой, желтый и красный цвет фирмы Bridgestone. Но мы не будем лукавить и скажем, что все перечисленные шины, как Nokian, так и Michelin, есть во всей этой сети и создана она для удовольствия горожан. Вот Алексей меня поставил на диск автомобильный, чтобы я был чуть-чуть повыше. А вы помните, что вас заставляли делать, допустим, на Новый год, когда ставили на табуретку? Рассказывать стишок. Вот и я постараюсь сегодня о шинах Bridgestone рассказать, правда, белыми стихами. Что такое самурайское качество шины Bridgestone? Это шипы острые, как китана, которые никогда не затупляются. И рисунок, который вобрал в себя всю тысячелетнюю мудрость японского народа. Ну вот Максим меня поставил в угол. В угол с автомобильной резиной на дисках. Наверное, в назидание тем нерадивым автолюбителям, которые ленятся перебывать свои автомобили. Здесь на «Правде 59» для вас готовые комплекты шинодиск. По недорогой цене, кстати. За наличный расчет еще дешевле.
и вы можете получить бесконечное удовольствие от самостоятельной переобувки вашего любимца. Но не надо забывать о понятии rotation, то есть вращение. А то 10 минут удовольствия превратятся в полчаса глобального секса. В общем-то, выбор, конечно, за вами. Кому-то физически и морально ближе центр Вианор в южной части города с его шинами Хакапелита 5. Кто-то просто привык и каждый год приезжает и покупает вот такие замечательные комплекты шин по недорогой цене. На правде 59 в пол позишн. Ну а кому-то более интересен новый большой центр Tire Plus и его шины Мишлен. Кстати, с гарантией.